публичным акциям в ближайшие дни готовятся и в Украине. Подразделения Национальной гвардии и нацполиции переведены на усиленный вариант несения службы. На эти праздничные выходные по случаю Дня защитника Украины по всей стране заявлено проведение почти 300 акций. Самые масштабные ожидаются в Киеве. В столице порядок на улицах будут обеспечивать 5000 силовиков, еще 8000 в других регионах страны.